Капитальный ремонт – ключевая тема дня открытых дверей в управляющих компаниях. Он, по традиции, прошел в эту субботу. Помимо платежек и дворового благоустройства, жители активно интересовались капитальным ремонтом своих подъездов. Татьяна Барулина с подробностями. День открытых дверей. Суббота, 11 утра. Обычно в управляющих компаниях в это время не протолкнуться. На этот раз в очереди пару человек. Еще трое уже попали на прием к директору управляйки. Вопросы, собственно, как и всегда, наболевшие. Платежки за коммуналку, благоустройство дворов, капремонт домов и уже подготовка к зиме. Основные вопросы – это содержание общего имущества сейчас, вот в рамках подготовки к зиме. Это вот тепловой контур, ремонт межпанельных швов, подтопление подвальных помещений. Это вот основное, что сегодня мы услышали. Были вопросы и по ремонту подъездов. Напомним, это областная программа. Финансирование на ремонт идет из трех кошельков – области, муниципалитета и жителей дома. В планах жилсервиса на этот год обновить порядка 400 подъездов. Четверть работ уже выполнена. В подъездах меняют окна, плитку, перила, перекрашивают стены и потолки. За работами следит управляющая компания ИРЭО. Если качество ремонта не устроит, выйдут с проверкой. Управляющие компании, выйдем на этот дом, все посмотрим, соответственно, с подрядчиком, который там производит работы. И все нарушения обязательно будут исправлены. Вот, если действительно они будут выявлены, ну, если нет, значит, то будет составлен акт о том, что все выполнено в пределах норм, все будет подписано потом муниципалитетом, все документы переходят. Самое главное – жители. То есть без подписи жителей документы дальше никуда не уйдут, деньги никто не получит. Жители должны знать, сколько, а главное, за что они платят свои деньги. Собственно, наладить диалог управляйка жильцов – основная задача дня открытых дверей. Какие-то проблемы решаются на месте, большинство вопросов, правда, требуют долгосрочного решения. Но мосты уже, что называется, наведены. Это радует, говорят жильцы. На приеме находится много представителей от разных организаций, и это позволяет вот ответить на какие-то прямо насущные вопросы. Всего в дни открытых дверей приняло участие 5 управляющих компаний. За субботний рабочий день они приняли порядка 50 человек. Татьяна Барулина, Дмитрий Кириллов, Новости дня.